Юрій Бойко сьогодні прокоментував і закінчення роботи Верховної Ради восьмого скликання. Ось що він сказав. Во-первых, ее оценил украинский народ. И тот уровень доверия в 4%, который она уже имела к концу своей каденции, это вот показатель ее работы. Она жила отдельно от людей жизнью. Люди хотели снижения тарифов, люди хотели поддержки социальной, люди хотели остановки войны. А Верховная Рада, вернее остатки правящего большинства, которое там, включая спикера, который был идеологом этого процесса, они жили идеологическими штампами, они жили декларациями, ратификациями, какими-то пустыми заявлениями, и ничего общего это с нуждами людей не имело. Поэтому Рада ушла в небытие, на историческую свалку, и это закономерно, потому что она полностью дискредитировала себя. Я не могу припомнить, за редким исключением, ну, пожалуй, кроме принятия закона об особом статусе отдельных районов Донбасса, который, кстати, в силу не вступил, потому что противоречил Конституции, и голосование в первом чтении за снятие неприкосновенности с депутатов парламента, чего хотят все люди, пожалуй, не припомню больше ничего хорошего от работы этого парламента, поскольку в основном он заполнился какими-то воинственными заявлениями и политическими декларациями, не имеющими ничего общего с реалиями жизни и с тем, что хотят граждане. И разогнал его не новый президент, а его разогнал украинский народ, потому что если бы не поддержка роспуска Рады 100% населения страны, нашими гражданами, Конституционный суд бы не принял такого решения о роспуске парламента. Это сделал украинский народ, который потребовал роспуска парламента и принятия нового. В первую очередь, там законы по внедрению Минских соглашений, которые бы открыли дорогу к остановке конфликта. Это законы по социальной поддержке людей, которые нуждаются. У нас было их больше 10, начиная от чернобыльцев и заканчивая инвалидами. Это законы, которые касаются снижения тарифов и прекращения этого беспредела на рынке энергоносителей. Ну, они все были заблокированы вот этим воинственным большинством, остатками его, которая проводила свою антинародную политику. Поэтому есть о чем сожалеть, и я считаю, что мы эти законы примем в будущем парламенте, они будут для нас первоочередны. Я хочу, чтобы скорее ушло старое, потому что старое правительство, как элемент уходящей власти, оно тоже потеряло доверие людей. Они там друг друга хвалили, а люди жили хуже и хуже. И я хочу, чтобы быстрее прошли выборы в парламент, создалось правительство, которое представило свою программу, которое показало выход из экономического кризиса, которое показало, как будет защищать социально людей, поддерживать пенсионеров, увеличивать их пенсию, поддерживать инвалидов, поддерживать чернобыльцев. Как вообще государство должно поддержать людей, нуждающихся в помощи?